Привет-привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы вместе с Кафобойчиком поиграем в ПКХД. Привет-привет, Кафобой. Привет. Кстати, а вы играете в ПКХД? Если играете, обязательно лайк ставьте, а мы начинаем. Кстати, Кафочка, пойдемте сходим и посмотрим, что у нас здесь новенького. Знаешь, на кого я похож? Девчушка какая-то фоткается, давай и сфоткаемся вместе с ней. Привет! Привет, 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 дай сфоткаемся с тобой, приветосики. Что-то она не хочет, походу, с нами фоткаться. Эх, жалко, конечно, жалко, но да ладно. Хотя, может быть, и сфоткается. Говори. Я похож на Хаги-Ваги. В смысле Хаги-Ваги? Вот, смотри, я... А, ручки машешь, как Хаги-Ваги. Хаги-Ваги. Да, точно. Кафа, пойдем посмотрим, что там за трасса такая. Смотри, какая она крутая. Кстати, я купила себе скейт. И сейчас я тебе его покажу. Смотри, какой крутой. Только я боюсь им управлять, потому что он слишком быстрый. Я еду к тебе. И слишком... О, кстати, я могу еще трюки делать всякие. Стоп, что за скейт? Скейт за бриллианты. Или как они там называются? А, это светящийся ночью? А, не знаю, какой-то купила. Там еще какой-то предлагали. Ну, в общем, я один взяла. Ну что? Поедем, погоняем немножко. Да. Кстати, смотри, там как будто бы вдвоем можно. А что если мне к тебе сесть? Так, опять Кафа. Почему мне постоянно надо куда-то уйти, а потом вернуться? Куда-то мне надо было в магазин, точно. В магазин, подождите, в магазин. Потом вернуться, потом у Кафы я смогу сесть. Не могу сесть. Подожди, нет, в магазин не сработало. Кафа, не могу сесть к тебе, жалко. Ладно, погнали каждый на своем. Сейчас устроим супер-мега-гоночки. Гонка, 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 гонка. Гонка, да. Ну что, погнали? О, нас много раз, как. Раз, два, три, побежали. Погнали! Погнали скорее! Опаньки! Так, ускорение. Ой-о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 й. Я уже боюсь, если честно. Так, здесь я так понимаю, что надо проехать как-то мимо этой штукенцы. О, там наверху что-то. Минус 5 секунд. Это что, мне уменьшили или вы... Я не смог туда, как ты туда забралась? Я не знаю, я просто подпрыгнула и мне что-то, в общем-то, дали. А я не смог долететь оттуда. Так, я, кстати, могу еще вперед тебя, но это хорошо, хоть разочек-то может. Ой-ой-ой-ой-ой, я ложанула. Подождите, я чуть не проиграла. А нет, я свалилась, Кафа! По времени успеть. Кафа, я свалилась, я хотела там кое-что сделать, один трюкенций. И, сложно. Ну, я поняла уже, что... Ну, вы же помните, что эти всякие прыжки с трамплинов не для меня. А как у меня? Я не знаю, я свалилась случайно, побаловаться решила, и, в общем-то, баловаться плохо. Это определенно так. Сейчас поеду и попробую... Ой, я куда-то не туда поехала. Хотела посмотреть на себя со стороны и поехала не туда. Ну да ладно. Всё, я. Что, тоже проиграл? Застрял. Да ладно! Кафа, я тебя вижу. Погнали еще разок. Я не могу. А ты выключи этот самокат свой и включи снова, и туда вылезешь. О. Крутая идея? Спасибо. Спасибо, спасибо, пожалуйста, пожалуйста. Я вот этот скейт, который здесь рекламируют. О, здесь смотри, еще какие-то летучие ноги предлагают купить. Ну что вообще такое? Ладно, ну что, погнали? Погнали, кстати, ребят, пишите. Какое... Ну, поехали. Все, раз, два, три! Подожди, подожди, Кафа! Кафа! Да ладно, ну ладно, едь, ладно. Я что-то. Меня что-то, кажется, выкинуло оттуда. Галюк. О, все. Я погнала. Глюки, малышуки, в общем. Так, сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то у меня здесь не очень-то и получается. Ладно, сейчас попробуем. И главное, не хулиганить. Там, блин, скинь. Я не успела взять. Хотела чемоданчик взять, сначала который там вот стоял. Ой-ой-ой-ой-ой, меня штормит. Так, ладно. Я провалился сквозь текстурки. Да в смысле? Это что я за... О, все, ну... Что за недоработочки такие? Да я провалился сквозь текстурки. Вот прям в эту трассу и голова была такая высунута. Это было так, смешно. Ладно, я поехала, в общем, понизу. Опаньки, и опаньки. И опять меня выкинуло. Да в смысле? А что там выкидывает? Да я не знаю. А! Я просто еду слишком. И выкидывает меня. Там, в общем, слишком скорость большая, что ли? Так, я, в общем, тихонечко поеду, чтобы не проиграть. Не хочется проигрывать. Подождите, 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 подождите. Я хочу выиграть. К
кстати, ребят, пишите, какое у вас время в этой игре. Я, походу, проиграла, потому что время у меня не посчиталось. В смысле? Нет. А что они за недоработки? У тебя считается вообще время? Так считается, но и потом таблица все по нулям. И в таблице все по нулям. Так, ладно. Ну, потому что мы ни разу не побеждали. А я доехала до конца сейчас. Да, только что до конца самого. Только что до конца самого доехала, и у меня ноль. Странно. Очень странно, какие-то глюки, реально. Так, я вижу вот там вот, ты видишь? Что там? Наверху над звездной штукой там сундук, и мне нужна... Я не могу, я еду. А ну ты едь тогда пока, я пошла, где там у меня еда моя прыгучая. Где-то должна у меня была быть жидкость. Как там девочки называют ее? Прыгучая, по-моему. Прыгучести. Бедный, бедный я. Что у тебя случилось? Я опять, по-моему, нарвался на этот баг. У меня вот тоже что-то все не было. А, я все мимо! Нормально! 42 секунды! И что, у тебя дали время? 47 секунд! Подождите, сейчас. Подождите. И вжух. Да. 40... О, ты, у тебя время 51 секунда засчиталось. Так, я тоже тогда поехала. Может, надо выбрать другой транспорт? Может быть, мой самокат не самый лучший? Так, попробуем вот этот вот тогда транспорт. Пойду съезжу, посмотрю. Лично лучше 40 секунд. Отлично. Молодец. А хотя я не проходил. Я не проходил. Ну, ты же сейчас прошел. Да, но сейчас у меня было 50, значит, лучшее время должно было быть 50. А у меня написано 51 секунда там у тебя. Я, в общем, не знаю, что это какие-то глюки в ПКХ. Да, кстати, пишите, ребята, у вас есть такие глюки или нет? Потому что мне кажется, это очень странным. Сегодня был глюк худший. Ну да, у Кафы сегодня вообще был ужас ужасный. И он не мог играть. Кстати, мы проезжаем мимо его домика. Мы проезжаем реально мимо его домика. Видео могло быть и без меня. Да, у Кафы вообще там ничего не подключалось, и мы даже расстроились и думали, что придется видео без него играть. А неинтересно же без друзей. Без друзей неинтересно играть ни во что. Да что... меня опять выкинуло? Опять? Так, у меня, да. А у меня, слушай, время не считается. Я не понимать. А там сверху, не снизу, сверху. Так я доехала до конца, ничего у меня не посчиталось. Сверху там на табличке этой. Да ничего, у меня нету времени. Эх, пойду продаю. Посмотрю, что здесь новенького еще есть. Там питомцы другие не появились. Не появились? Жалко, я хотела как раз таки питомцев посмотреть. Может, в бургерную сходим? Чизбургерчик. Кстати, тут собака... Собака. Собака какая? Собака равно человек. Давайте сделаем что-нибудь вкусненькое. Я возьму, наверное, яйцо и бекон. Яичницу с беконом. Можно сделать? Как думаешь, можно сделать яичницу с беконом? Мне показывают мусорку выбросить. А, нет, подожди, сделали. Знаешь что? И что это такое? О, бекон на палочке. Кое-что. Ням-ням-ням! Вкусняшка! Понял кое-что. А тогда я возьму еще что-нибудь и что-нибудь еще вот это вот. Что-то тут злится, кто-то бегает. Я говорил, что я понял. А оказывается, не понял. Понял. Ой, я еще какие-то наггетсы сделала. Кто злится? Кто злится? Дайте поесть. Никто не злится. Собачка? Что? А что за собачка? Собака. Там кто-то пишет про собачку. О, еда есть. Я, может, а мама... Идем за мной. Пошли, посмотрим. Покажу собачка. Покажу собачка, давай, пошли. Бургер. Мне теперь предлагают бургерную Hello Kitty. Ну, здесь они, да, всегда все предлагают. Вот, поговори с этой... И что она даст? Летающей ходячей собакой. Давай, говорим. Летающая, говорящая собака. Это не собака. Что? Подожди, это робот какой-то, подожди. Ты про робота имел в виду? Да, тут мне пишет... Он вопросы какие-то задает? Можно прочитать? Давай. А как отличить хорошую собаку журналиста? У нее нюх на сенсации. После двух секретиков этих, он сказал. А-а-а. Теперь робот-собака плюс собака. Тут кто-то злится. Пусть злится. Опять что-то говорит.
понятия не имею, как мне удалось попасть в ПКХД. Ой, у нас ночь пришла, Кафа. Он спрашивает, понятия не имею, как я сюда попал, в ПКХД. А его здесь создали. Я сфоткалась с этой девочкой, которая показывает, что ей все отвратительно. Свинья. Давай устроим фотосет. Я такие все и не... А не смотри все в этих нарядах, как у меня. Я пойду в Hello Kitty. Отлично. Отлично, Hello Kitty. Ну что ж, ребят, на сегодня все. Пишите, какие глюки у вас были в ПКХД, потому что мы вообще не ожидали таких глюченских глюченцев. Потому что это как-то не очень приятно, даже я сказала бы, было. Что все глючит, и мое время не засчитывается. Мне и так сложно пройти какие-то уровни. Очень. Они еще не засчитываются. Да. Очень. Печалька печальная. Ну, в общем, все, ребят, на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч. И танец победителя проигравшего. Всем пока-пока. Пока-пока.